Раньше я снимался в Украине очень много. Сейчас вообще нет. Все, закрыли въезд. У меня был еще проект, еще в 2006 году я снимался в «Ангеле-хранителе». Я играл бандита Тоху. Мы снимали в Алуште, в Киеве. Ну, то есть как-то чувствовали себя шикарно, да? Я там год снимался в этом проекте. Потом через какое-то время еще, потом то, что здесь снимали, тоже на Украину шли проекты. Сейчас все про Украину забыли, вот, Россия. Ну, как-то политика, политика.